Здравствуйте, вы смотрите программу «Мастер спорта». С вами Андрей Горгуленко. Смотрите в этом выпуске. Рвутся в Премьер-лигу. Крылья Советов одержали 5 побед подряд в первенстве России. Почтили память великого тренера Виктора Карпова. В его честь в Самаре прошел 15-й детско-юношеский турнир. Регулярку взяли досрочно. Впереди плей-офф. Баскетболисты Самары обеспечили себе преимущество домашней площадки во всех раундах на вылет. Футболисты самарских «Крыльев Советов» не проигрывают в официальных матчах в 2021 году. За последние 2 недели они успели провести 3 игры. Все завершились уверенными победами волжан. Общий счет в этих играх 11-2. Благодаря этим победам самарцы укрепили свое лидерство в первенстве России. Подробнее в следующем материале. После 2 сверхтяжелых и напряженных игр против «Химок» в Кубке России и Нижнего Новгорода в ФНЛ календарь первенства преподнес самарским «Крыльям» серию встреч с аутсайдерами турнира. Началось все домашней игрой против Чертанова. Матч проходил на стадионе «Металлург» из-за технических проблем на Самара-арене. Такое поле намоленное, где много-много поколений футболистов поиграло. И здесь еще сыграть, понять, какая здесь была атмосфера, понять, что за вообще, вот чем дышит самарский футбол, наверное, пока даже вот с этого стадиона, ну, это легче. Гости приехали в Самару в ослабленном составе из-за травм и дисквалификации основных игроков. Но все равно смогли показать достойную игру, как и «Крылья». А потому соперники выдали зрелищный матч с быстрыми атаками, с достаточным количеством моментов. Вот только игроки Чертанова так и не смогли их реализовать, а «Крылья», как и подобает фавориту, возможности не транжирили. Игра давалась, в принципе, потому что команда «Крылья Советов» сама играет в футбол, дает играть в футбол. Были подходы, были интересные моменты, но до гола мы так и не довели. Первый гол самарцы забили уже на 15-й минуте. После углового мяч в ворота отправил Владимир Полуяхтов. Еще один угловой волжане реализовали на 30-й минуте. Отличился Никита Чернов. Еще через несколько минут счет стал разгромным. Цыпченко не промахнулся после передачи Сергеева. Но и на этом самарцы не остановились. До перерыва хозяева успели забить и 4-й мяч. Свою фамилию в протоколе отметил Антон Зиньковский. В этом матче, когда «Крылья» забивали много, без своего дежурного гола не ушел с поля и лучший бомбардир первенства России Иван Сергеев. Он своим точным ударом установил окончательный счет матча 5-0. Сегодня, да, мы действительно там какие-то ситуации реализовали, плюс стандартные положения, какие-то вот моменты, связанные с ошибками непосредственно защитников. Но то, как играла команда Чертанова, ну, я думаю, что они не ну, как бы в незачет могут только счет занести, а сама игра, на мой взгляд, была с их стороны очень интересная. Затем самарцев ждал выезд в Томск в гости к еще одному аутсайдеру лиги – местный Томи. Начало встречи осталось за хозяевами. Игроки «Крыльев» только привыкали к полю, а потому томичи решили воспользоваться осторожностью самарцев. Однако гости не ошибались, и сибиряки так и не смогли забить. Когда волжане привыкли к газону, они начали атаковать сильнее. Это привело к назначению пенальти ворота Томи. Его хладнокровно реализовал Иван Сергеев. Давайте не забывать, что против нас играл лидер. Команда очень серьезными амбициями, команда, которая достойна играть в российской премьер-лиге. Я думаю, что это очевидно сейчас для всех. Но я благодарен ребятам за то, что они не стушевались, за то, что они выглядели очень достойно. Во втором тайме хозяева сравняли счет. Мехди Зефан пытался спасти команду и выбить мяч из штрафной, но неудачный рикошет привел к тому, что снаряд оказался в сетке. Самарцы уже через 12 минут восстановили свое преимущество. Снова отличился Иван Сергеев. А в самой концовке Голенков голом обезопасил «Крылья» от потери очков в этом матче. 3-1 – уверенная победа волжан. В любом случае, наверное, преимущество скорости и преимущество в какой-то вот, ну вот, наверное, в быстрых атаках мы лучше знали, что делать. Отсюда вот то количество моментов, оно правда большое было. И очень явные моменты. С заключительным матчем в 2-недельной серии стала домашняя игра, также на «Металлурге», против омского «Иртыша». Счет в матче был открыт уже на 4-й минуте. В ворота гостей был назначен пенальти за игру рукой в штрафной. Иван Сергеев был точен и продолжил увеличивать свой бомбардирский счет. Такое начало заставило мячей перестраиваться по ходу игры и больше играть в атаку. Из-за этого у фланговых игроков «Крыльев» появилось больше свободы, и они стали создавать моменты у ворот соперника. На 42-й минуте Горшков переправил мяч в ворота после прострела Зиньковского. 2-0. Гости смогли смогли отыграть один мяч почти сразу. После подачи углового отличился Магадзиев. Ну, наверное, очень тяжело начинать игру, когда на первой минуте пропускаешь мяч уже. Можно готовиться долго к сопернику, разбирать, просматривать, наигрывать какие-то сочетания в звеньях. И когда происходит такое на первой минуте, уже тяжело опять с таким же настроением, энтузиазмом, умением вернуться в игру. После перерыва «Крылья» полностью взяли игру под свой контроль. Гол Зиньковского на 55-й минуте, после которого счет стал 3-1, позволил самарцам не переживать за случайную ошибку. И волжане уверенно довели дело до победы, которая стала для «Крыльев» пятой подряд в чемпионате. В целом, еще раз говорю, мы, в общем-то, всю игру контролировали матч, создали много моментов. Вот, и довольны, что победили. После 30 туров «Крылья Советов» возглавляют таблицу первенства России по футболу. Ближайший преследователь, Нижний Новгород, отстает от самарцев уже на 5 очков. Самарские футболисты вспоминают великого спортсмена и тренера Виктора Карпова. В его честь в выходные прошел 15-й межрегиональный детско-юношеский турнир. По традиции в нем приняли участие 8 команд. О легенде самарского футбола – репортаж нашего корреспондента. Кубки, медали, индивидуальные призы и сувениры – это традиционные подарки детского футбольного турнира на призы Виктора Карпова. Соревнования проходят в 15-й раз. Виктор Иванович ушел из жизни в прошлом году. Ему было 93 года. Но соревнования не канули в лету. История должна продолжаться, считают его ученики и ветераны куйбышевского самарского футбола. Для нас это, конечно, большая утрата, потеря. Потому что это он вывел нас на поле. Когда-то молодым доверял, ставил, делал все, что возможно было от него, чтобы мы стали футболистами. Надеемся, что вот новые, те молодые ребята, которые не видели, но которым бы я желал тоже каждому из них такого же тренера, как Карпов. Если не сейчас, то в будущем. Организаторы Кубка Карпова надеются, что этот турнир и дальше продолжит быть кузницей футболистов, которые в будущем станут звездами самарского спорта. Еще недавно легендарный тренер готовил юных игроков в большой спорт. Сегодня это делают его последователи. 14 турниров мы под покровом. Часто Виктор Иванович даже вот в прошлом году приезжал сюда, и можно было прям буквально прикоснуться к легенде. Но история не останавливается, жизнь продолжается, и поэтому, сохраняя традиции, мы проводим 15-й, также играют 12-летние мальчишки, будущие звезды. В однодневном турнире играют 8 команд из Самары, Отрадного и Тольятти. Огромный коллектив любителей футбола и почитателей таланта Виктора Карпова. Это меценаты, клуб «Крылья Советов», областная и городская федерации. Самое главное, что мы этот турнир проводим. Самое главное, этот возраст сегодня у нас в области очень интересный. Много ребят талантливых. Плюс, скажу так, мы турниры проводим для того, чтобы еще проводить и селекционный отбор. Поэтому сегодня здесь и главный тренер академии. Ученики Виктора Карпова продолжают его миссию. Помогают юным и талантливым футболистам пробиться на вершину большого спорта, как когда-то это делал и сам великий самарский тренер и футболист «Крыльев Советов». При нем клуб занимал 4-е место в чемпионате Советского Союза, становился финалистом Кубка страны и чемпионом России. Баскетболисты Самары досрочно, за 2 матча до конца, выиграли регулярный чемпионат Суперлиги. В очной встрече подопечные Игоря Грачева одолели прямого конкурента – команду «Темп-Сумс» УГМК из Ревды. Подробности напряженного поединка расскажет наш корреспондент. Календарь подготовил Самаре непростое испытание к концу регулярного чемпионата. Сначала волжане героически сражались с 3-й командой турнира. Сразу следом свое лидерство надо было защищать и от 2-го места клуба «Темп-Сумс» УГМК из Ревды. Самарцы встречу начали бодро, с рывка 9-0. Однако гости быстро выровняли ситуацию, а затем и вовсе вышли вперед. Но стартовый период все равно остался за хозяевами паркета. На данную игру я могу сказать одно, что мы выходили уже с маленьким грузом, который шел после прошлой игры. Конечно, эмоциональная победа с Уралмашем. Очень тяжело собраться потом, очень тяжело. Ты можешь физически быть супер готов, но эмоционально ты просто опустошен. Затем на площадке начались качели. Команды поочередно выходили вперед. Лидер менялся каждую минуту, но ни у кого не получалось создать себе комфортное преимущество. Концовку 2-й четверти чуть удачнее провели гости. Они же и ушли на большой перерыв, введя в счете 42-44. По ходу третьего периода заводчане увеличили отставание до 9 очков, но волжане этот удар выдержали и постепенно сокращали разницу. Перед заключительным отрезком команды разделяло лишь одно очко – 59-60. Хорошая игра, я думаю, понравилась очень болельщикам. Поздравляю вас с победой, напряженная игра. Мы же, к сожалению, теряли инициативу, когда несколько раз выходили вперед. Заключительную 10-минутку удачнее начали гости и удерживали Самару на расстоянии 5-6 очков. Вторую игру подряд волжанам пришлось показывать характер и волю к победе. В этот раз команду за собой повел Владимир Печкуров. Он несколько раз вовремя забивал трехочковые броски, которые позволили Самаре выйти вперед на последней минуте матча, за которую хозяева паркета, подгоняемые трибунами, так и не дали заводчанам набрать очки и удержали преимущество. 79-74. Еще одна волевая победа Самары. У нас сегодня получилось. Бойцовский мы дотерпели. Показали, опять же, бойцовский характер. Спасибо всем. Сегодня у нас, вчера были одни герои, сегодня у нас другие герои. Эта победа гарантировала Самаре первое место по итогам регулярного чемпионата. Это значит, что во всех стадиях плей-офф у волжан будет преимущество домашнего паркета. Впереди у Самары еще две встречи – на Сахалине и в Иркутске. В Самаре прошел новый хоккейный турнир. Федерация хоккея Самары при финансовой поддержке городского департамента спорта провели первенство Самары среди юношей. Возраст спортсменов 15-17 лет. За места на пьедестале почета сражались 5 команд. Кто стал первым, расскажет наш корреспондент. С полной самоотдачей настраиваемся на игру, готовимся. Ответственно. Каждый ждет своего шанса выйти на площадку. Тренер любительской команды «Союз» Иван Шумихин готовил своих хоккеистов к финальной игре первенства Самары не один год. 16-летние хоккеисты несколько лет до этого триумфа играли во всероссийском турнире «Золотая шайба». Некоторые, как Вячеслав Трусов, прошли еще и школу профессионального хоккея. Но ему продолжить карьеру в большом спорте помешали травмы. Показать свое мастерство молодым дарованием выпал шанс на этом турнире. Сыграли без единого поражения. Пацанам спасибо. И всем, кто против нас играл, тоже огромное спасибо. Все красавцы. Только могу всех поздравить. Давно такого не было, на самом деле. И я думаю, дальше больше. Чувства приятные. Ну, я не знаю, как объяснить. Приятные, очень звездные. В последней игре первенства Самары встретились принципиальные соперники «Союз» промышленного района и «Чайка» Красноглинского. Когда мальчишкам было от 8 до 14 лет, они по очереди становились чемпионами города в «Золотой шайбе». Теперь они повзрослели и готовы сражаться за медали юношеского турнира. Первый период в сухую выиграла «Чайка» 3-0. «Союз» вернулся в игру во втором с зеркальным счетом. Все решил третий период. Команды играли в догонялки. «Союз» вышел вперед на одну шайбу. «Чайка» сравняла счет. За несколько секунд до конца матча хоккеисты «Союза» забрасывают последнюю шайбу 5-4. Пернатый с управленческого довольствуется только серебряными медалями первенства Самары. Наверное, перегорели после 3 голов. Расслабились, поверили в себя, так скажем. И потом уже начали сдуваться. Глупые ошибки, удаления. Эмоции подвели. Хотелось, конечно, золотые медали. Мы могли их брать. Сами виноваты. Хороший турнир. Играю на этом турнире первый раз. Турнир представляет собой команды хорошего уровня, с которыми интересно побиться. В первенстве Самары по хоккею в 21 веке среди юношей до 17 лет за места на пьедестале почета сражались 3 клуба. «Чайка» и «Союз» выставили по 2 команды. Дублеры заняли, соответственно, 4-е и 5-е места. На 3-м достойно разместился «Меридиан» Куйбышевского района. Первый, некому. Турнир удался, учитывая, что это большая подготовка перед первенством областью. Это просто турнир. Спасибо огромное организаторам городской федерации хоккея. Я думаю, этот турнир не первый, не последний в моей карьере, ну и в карьере федерации. Все игроки на позитиве. Тренерский состав этого турнира ждал. Впереди у победителей и призеров первенства Самары по хоккею областной турнир такого же статуса. Первые матчи стартуют на этой неделе. Обладатели медали определятся в конце весны. На этом наш выпуск завершен. Больших побед вам. Удачи!